Всем привет, с вами Алекс Ки, и это рубрика «Рецепты». Сегодня мы будем готовить вкусное жаркое из курицы. Для этого нам понадобится картофель, морковь, лук, помидор, чеснок и куриное филе, специи и подсолнечное масло. Что, сколько чего я взял, будет написано в описании. С чего начнем? Мы режем мелко чеснок, можете воспользоваться чеснокодавилкой. Выкладываем его на сковороду, предварительно смазав подсолнечным маслом. Далее режем лук. В этот раз я порежу его полукольцами. Далее берем морковь. Я ее режу мелко, но вы можете порезать полукольцами, кольцами или воспользоваться теркой. Морковку мы уже порезали и отправляем ее к луку на сковородку. Теперь приступим к помидорам. Их можно порезать очень крупно, поэтому быстро их порежем и отправляем также на сковородку. Не забываем помешивать, чтобы не подгорело. Можете в этот момент немного посолить и поперчить. Я использую перец горошком, с помощью мельницы его измельчаю, все просто и удобно. Точно знаю, что этот перец, а не смесь неизвестного порошка из магазина. Теперь основной ингредиент – курица. Режем тоже крупно и отправляем на сковороду. Теперь добавим специи. Я использовал хмель сунели, аджику, кетчуп. Вместо кетчупа вы можете использовать томатной пастой, если у вас есть. Далее быстро порежем картофель. Помним о том, что необходимо все помешивать. Как только вы закончите резать картофель, берем кастрюлю, выкладываем картофель и курицу, помешиваем и добавляем воды. Воды добавляем так, чтобы это все примерно заполнило кастрюлю. Вровень с ингредиентами. Ставим на плиту и тушим примерно 40 минут, пока не сварится картофель. Также надо будет посолить и добавить специи по вкусу. И блюдо у вас будет готово. При подаче можете украсить зеленью. Всем приятного аппетита. На этом все. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Если не хочешь пропустить следующее видео, то жми колокольчик. Ищи меня в соцсетях, ссылки в описании. Всем пока!